На повестке 80-й сессии главный вопрос – вступление в должность главы Лабинского городского поселения. В работе сессии приняли участие глава района, депутаты муниципального совета, представители правоохранительных органов, руководители учреждений и предприятий города, духовенство, общественность. Новый глава произнес клятву на верность городу и его жителям, приложив правую руку на экземпляр Конституции Российской Федерации и устав Лабинского городского поселения. Я, Курганов Александр Николаевич, вступая в должность главы Лабинского городского поселения, Лабинского района, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять служебные обязанности, исполнять полномочия главы Лабинского городского поселения и в соответствии строгом с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, уставом Лабинского городского поселения. Клянусь честно служить народу, уважать и охранять права граждан Лабинского городского поселения. Первые слова напутствия и поздравления новому мэру города прозвучали от главы района Игоря Чигаева. Мне очень приятно отметить, что Александр Николаевич не является каким-то там неопытным руководителем. Да, он достаточно молодой, активный, грамотный. И очень хорошо, что у него была возможность проявить себя как исполняющий обязанности главы, это их подготовка в рамках подготовки к дню города, района, в рамках подготовки к выборным процессам. Он до этого занимал должность заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, до этого был достойным и ответственным руководителем силовой структуры, офицером. Поэтому по нему видно, знаешь, такую честь, совесть, достоинство, характер, стержень. То, о чем я очень часто говорю, и на таких людей я играю в своей работе. Я всегда повторяю, что один в поле не воин, наша работа многогранна, у нас очень много проблем. Александр Николаевич, мне хочется пожелать, чтобы вы все свои лучшие качества, которые вы имеете, здесь проявили. Того опыта, который не хватает, это тоже есть. Все мы учимся каждый день чему-то, это очень важно, кто умеет совершенствовать, учиться, стремиться, чтобы мы построили вот тот ритм, который задает наш губернатор. После крайнего визита все слышали, и лично Иван сказал о том, что есть хорошая стабильность в муниципалитете, есть отличное взаимодействие, есть понимание приоритетов. Давайте двигайтесь, а мы всю вашу инициативу поддержим в обязательном порядке и поможем сопроводить на региональном, если надо, и федеральном уровне. В торжественной обстановке Игорь Чигаев вручил Александру Курганову удостоверение главы города. Нового градоначальника поздравил и благословил на добрые дела во благо жителей благочинный Александр Мудрик. Дай Бог, чтобы, конечно, команда была вам преданная, чтобы вы могли действительно и за вас могли душу положить за друзей своих. Ну пусть Господь вас не оставляет, и Божье благословение пребывает над вами, над нашим городом и над вашей семьей. Божье благословение. Поддержку молодому главе города высказал руководитель агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. Он выразил надежду, что с новым руководителем и его командой Лабин станет стабильно развивающимся городом. В свою очередь Александр Курганов отметил, что впереди у него много планов. Требуется навести порядок в вопросах ЖКХ, благоустройства. Главный приоритет в работе главы – создание комфортных условий для жизни горожан. Планов много. Естественно, мы начнем с санитарного состояния, с благоустройства города. Мы должны постепенно начинать переводить наши дороги в порядок, наши тротуары. Естественно, мысли по этому поводу есть, есть понимание, как вступать в краевые программы. Мы сейчас и готовим проектно-сметные документации различные. Одно из требований – это комплексная система организации дорожного движения, без которой нам Министерство транспорта не будет выделять деньги. На сегодняшний день мы уже в план-график включили. Нам готовят эту систему с перспективой развития города на ближайшие 15 лет. Что, конечно же, позволит нам получать в качестве субсидий денежные средства на ремонт наших дорог. Естественно, нельзя забыть и об общественных территориях. Я думаю, что в городе должно больше появиться небольших мини-скверов, парков, где бы народ мог приходить и отдыхать. Естественно, не только в центре города, но и в наших микрорайонах. Я думаю, это существенно облегчит жизнь наших
родителей, которые хотели бы, чтобы дети всегда были рядом под присмотром, но в то же время наслаждались хорошим благоустройством, детскими площадками, ну, естественно, чтобы было побольше, конечно, озеленения, чтобы можно было дышать свежим воздухом. Естественно, работать и вступать во все возможные программы, так как средств местного бюджета, конечно же, на все наши желания не хватит. Здесь нужно работать четко, слаженно и с администрацией муниципального образования Лабинский район, ну, естественно, с администрацией Краснодарского края. Совет Лабинского городского поселения и администрация, всегда мы работали, как говорится, в одном русле, всегда друг друга понимали. Если какие-то возникали вопросы на сессиях, на заседаниях комитетах, на заседаниях комиссиях, эти вопросы обсуждались, чтобы эти принимаемые решения советом работали на благо жителей города Лабинска. Наталья Твиненко, Гарисаков, телекомпания «Лабан».